Здравствуйте, дорогие друзья, с вами музыкальный магазин Глинки.ру. Меня зовут Юрий, и сегодня мы поговорим про губные гармоники, а именно про губные гармоники от компании eStop, которые теперь можно приобрести в нашем магазине. Компания eStop — это уже довольно крупный производитель губных гармоник. Работают они с 97 года. На данный момент в Штатах предприятие около 400 человек, и производство у них находится в Китае. Компания производит различные музыкальные инструменты, но основная специализация — это именно губные гармоники. Они делают диатоники, хроматики, гармошки, тремоло. У них есть даже басовая и аккордовая губная гармоника в ассортименте. В нашем сегодняшнем обзоре будут фигурировать диатонические и хроматические губные гармоники. У нас есть 5 различных моделей диатоник от eStop и 2 хроматики. Начать знакомить вас с губными гармошками eStop мне бы хотелось с модели T008K. Я помню, что когда эта модель появилась, она произвела настоящий фурор среди сообщества гармонистов. Почему? Потому что это очень хороший инструмент за свои деньги. Если мы будем сравнивать эту губную гармонику с другими гармошками в схожем ценовом диапазоне, то я уверен, что вы предпочтете именно эту модель. Она более отзывчива, более герметична и в целом довольно неплохо собрана. Гармоника комплектуется замечательным чехлом. Чехол очень похож на чехол от Хонеровского кроссовер. Если у вас когда-нибудь был кроссовер, обратите внимание, действительно шит как будто по тем же лекалам. Лично я очень люблю эти чехольчики и довольно часто их использую, не только с гармониками eStop. Гармошка обладает пластиковой гребенкой, то есть точно не распухнет от влаги. Она выпускается в 2 цветах, это синий и черный. У меня сейчас в руках черная. Я вижу, что они немного изменили способ покраски. Сейчас крышки гладкие, и это довольно приятно. Собрана гармошка хорошо, она довольно герметична и отзывчива. Давайте попробуем что-нибудь на ней сыграть. Что касается тембра инструмента, на мой слух здесь более ярко выраженные верха, чем на той же дошке от Zeidler или от Honor. Еще раз повторюсь, за свои деньги это просто отличный вариант. Идем далее, губная гармоника T008. В комплекте здесь уже идет не чехол, а настоящий футляр для губной гармоники, сделанный из пластмассы. По сути, губная гармошка T008 — это модифицированная T008K. Чем же они отличаются? Во-первых, это глянцевые крышки. Они практически зеркальные. С одной стороны, она просто зеркальная, на другой — надпись eStop и цифры. Далее — это язычки. На этой губной гармонике язычки идут уже не на заклепках, а приваренные. С одной стороны, менять их будет несколько сложнее, с другой, вы вряд ли собьете центровку у язычка. Производитель записывает приваренные язычки в плюсы этой губной гармоники. Ну и тут симпатичная белая гребенка. Идем далее. Губная гармоника Pro 20 Alt. Обратите внимание на чехол. Это самый классный чехол, который я вообще встречал на губных гармониках. Складывается ощущение, что компания eStop не стала здесь заимствовать идею у других производителей губных гармошек, а позаимствовала у каких-то производителей оптики. Это больше похоже на футляр для каких-то очков. А и L в названии обозначает здесь то, что гребенка сделана из алюминия. Насколько я понимаю, в материалах это анодированный алюминий. Я немного поиграл уже на этой гармошке. Не кислит и электричество не чувствуется.
Далее у нас две гармоники, очень похожие между собой. Это гармошки серии Professional, Blues Standard и Exchanged. Blues Standard — это Pro 10, а Exchanged — это Pro 30. И на той, и на другой гармошке язычки прикреплены к платам с помощью клепок. Гармошки эти имеют деревянные гребенки. В целом и та, и другая модель очень напоминает губную гармошку Marine Band. В чем отличие между этими двумя гармошками? Ну, во-первых, дерево. Скорее всего, здесь используется одинаковое дерево, но на гармошке Pro 30 используется более темный колер. Также производитель указывает, что на гармошке Pro 10 использована винтажная настройка. Если вы хотите настоящее блюзовое звучание, как у Little Walter, то вам нужна именно эта губная гармошка. Я не нашел информации, где, на каком отверстии, какое идет отклонение в центах от основного тона, поэтому давайте просто поверим компании Stop. В целом, мне эти гармошки понравились, но хочется больше лака на дереве. Ну и эти гармошки идут в замечательных тряпичных чехлах с молниями, как у кроссовера. Перейдем к хроматическим губным гармоникам. Первая у нас будет губная гармоника Forerunner. Гармошка комплектуется довольно жестким, приятным, гладким, небольшим чехлом, что тоже важно, легко влезет в карман куртки, например. Это хроматика на 12 отверстий. Особенностью здесь является то, что здесь не используются клапаны. Лично я играю больше на диатонических губных гармошках, и одна из причин тому — это то, что на хроматиках постоянно что-то происходит с клапанами. То они отклеиваются, то начинают дребезжать, приходится разбирать инструмент, поправлять. На это уходит много времени, сил, нервов. Здесь такой проблемы нет. Нет клапанов, нет проблем с клапанами. Как следствие, другие ощущения от игры, кому-то это понравится, кому-то не понравится. В любом случае, стоит взять и попробовать. Инструмент, тем более, весьма-весьма недорогой, если будем сравнивать его с другими хроматиками. При этом громкий, отзывчивый, играть приятно. Слайдер ходит мягонько, практически не скрипит. Ну и наконец, Stop Performer. Это хроматическая губная гармошка с 16 отверстиями. Идет вот в таком вот чехле, довольно большой. Порадовало, что в комплект здесь положили запасные детали. Здесь есть пружинка, здесь есть несколько винтиков, здесь есть клапаны. Приятно, приятно. Крышки на гармошке синего цвета. Крышки очень гладкие. Я больше привык играть на хроматиках с 12 отверстиями, но вот есть такая проблема, когда играешь на таких гармошках, ты ограничен в диапазоне, и иногда, когда встречаются ноты ниже до первой октавы, приходится транспонировать, что-то придумывать. Здесь же у нас есть дополнительная октава внизу, эти добавленные отверстия даже пронумерованы отдельно. 1, 2, 3, 4, а потом снова у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так до 12. Диапазон инструмента довольно широкий, целых 4 октавы, что позволит вам сыграть много чего интересного.
очень рад, если информация из этого обзора была для вас полезной. Напишите в комментариях, какой инструмент вы хотели бы себе в коллекцию. С вами был музыкальный магазин Glinky.ru. Подпишитесь на наш канал. До новых встреч. Пока.